Ремонтировался у нас ГТР и мотоцикл. Стоящие друг друга соперники. Мотоцикл хороший. H3, сумасшедший старт машины. Такая Audi, ухоженная, прям, посмотрите, все прям собрано. Мотоциклом не хочешь? А? Какой смысл? Какой мотоцикл? Ну да. Давай ты мне со старта уйдешь, полноприводный. Как мне хоть проехать так вот, не знаю, хоть с кем-нибудь. Мы тоже с мотоциклом проедем. Да? Мне хоть с кем-нибудь так охота проехать. А ты со старта уйдешь. Хочешь, давай я тебе там пару корпусов даже дам. Попробовать. Ну интересно. Так, кому бы еще подойти? Я хочу спросить, можно подойти? Да? Подойди спросить, проедет? Не хочешь проехать? Давай, 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 давай. Что у тебя? Мотоцикл. Какой? BMW. Лита? Да. Я нашел его пару. Вот, вот. Давай, быстрее, выезжай на старт. Давай, давай. Сейчас я подъеду. Ребят, хотел вот этой красивейшей машинкой проехаться, но не захотели. Боятся, что я подъеду. Мотоциклом, говорит, нет. Он где-то на старт стопает. Замешавшись, замешавшись, старт растает. Финишер показывает, но ГТР все-таки подтверждает свою парку. Парку очень быстрого автомобиля. Но, мне кажется, это был лучший старт BMW, который... А? Уезжай! А, ну, а старт? Короче, Ребен, едем на старт сейчас. Сейчас поедем с ГТРом. С ГТРом колеса накачает. ГТР, ты готов? Съедь в сторону, пожалуйста. Пара, пацаны. Сколько? Ты еще зло, да? Я уже боюсь. Кого? 1100. Ну он подуставший. Ребят, сейчас едем с ГТРом, с пушкой-бомбой. 1100 лошадей, ребят. 980. 980? Да. Сказали 1100. Нет, там не все много чего говорят. Да. Поехали. Поехали. Ребята, я очкую. Ну, у него штука по-любому есть. Едем. Да,
Братан! Никогда не был на стартовой полосе взлетной. А? Не, не слышал, честно. Я тут в восторге, понимаешь? Что хоть с кем-то сейчас поедем. А то все нет, нет. Спанч. Держись, скажи, что ты лучший. Ну, Геттер, сука, тоже лучше. Тысяча лошадей, тысяча, мать его. Зашкуриваемся, короче. Поеду. Нам запрещают, не можем. Один раз, Риби. Не можем, никак вообще. У нас запрет стоит, но надо идти. Да, не, нафиг, вы на такой скорости вылетаете на финише, пацаны, мы не хотим ответить. Мне в тюрьму нельзя, я просил, меня что-то быстро. Не, у нас запрет стоит вот так вот. А если через кого-то спросить, попроситься? Хозяин аэродрома сказал, что такого больше не было. А хоть у кого-нибудь штаны можешь попросить? Ну, значит, у своих мотоциклистов попросить. Нет, если ты возьмешь, то я сам поеду. Да? Я понял. Макс, поеди, Макс. Сюда куда-нибудь, да, поставить? Да давай здесь поставим. Подожди, никого не выпускай. Давай он вот тут объедет обратно. Да, да, да. Вот так. Вот так, смотри, разворачивайся. Никого не выпускай. Вот так прям разворачивайся, выезжай, возьми экипировку и приедешь там, скажешь, чтобы выпустили. ГТР тебя будет ждать. Ага. Давай. Подожди, туда едем, да?
Ребят, короче, еду на парк Галицкого. Был сейчас на гонках. Вот. Еду на парк Галицкого, хочу посмотреть еще красоту эту. Надеюсь, успею.
Победа здесь. Надо будет налево. Где-то здесь надо будет налево. Пошел. Братан, догоняй! Главный сейчас поворотик налево. Лада, любимая всеми. Здание. Очень красиво. А нам прямо, ребят. Выключаем навигатор, короче. Там у нас последнее это было.
route recalculated. Ты где сейчас? Ты где сейчас? Так, ну чё там? Ребят, да ну нахуй.
домой, пора домой. Опа, Спанч Бобби немножко не справился. У нас на горизонте Азмол Ребел. На горизонте у нас Азмол. Надо фоточку запилить. Как думаете? Гоу. Да я просто фотку сделать можно? А днем можно? А что, когда это у вас стало? Давно так? А? Давно это у вас такое стало? Конечно, давно. Это постоянно такое. Выезжайте за территорию. Сейчас выезжаю. А до скольки можно заезжать?